О, Женя, привет, Женечка! О, Женечка, здорово, братан! А ты чё, это ты чё, на ярмарку тоже пошёл? Ну да, ты тоже? Да, говорят, там такие крутые продавцы приехали, прям такие шняги продают, вот. Ну, а у тебя, кстати, бабло есть, а то у меня немного, то есть 8 баксов всего лишь. А знаешь, там, короче, продают не за деньги, а за лайки, понимаешь? За лайки? А у меня лайков вообще нет, у тебя есть? Ну, у меня тоже мало. Ну, в принципе. А давай попросим, ребята, ставьте лайки, пожалуйста. То чем больше лайков, тем больше всяких фишек мы купим на ярмарке, да? А, да, пожалуйста, ребята, побольше лайков, а то у меня мало денег. У меня тоже. Лайки. Ну, давай, побежали, что-то прикупим себе вещички. Давай. А где? А вот, они уже приехали. Нифига себе. Так, здрасте. А что тут продают? Подарки всякие? Какие-то подарки, да. Лутбоксы какие-то. Так, да, неинтересно. Давай дальше. Вот, смотри, стенд с майнкрафтовскими игрушками. О, прикольно. О, ну, что-то, не кайф. Давай дальше. О, смотри, я пахал, но у меня бабла не хватит. Да, я не хочу тратить свои деньги на пиво. Да, ну, давай. Что, алкоголик с тобой, что ли? Ну, не, мы еще мелкие. Так, тут тоже какие-то игрушки. Смотри, это из Звездных войн, смотри. Да? Нифига себе. Может потом прикупим. Так, что тут? Смотри, да. Какие-то плюшевые игрушки, что-то такое есть. Это Хатико. Да? Да. Прикольно. Знаешь, как эта выставка называется? Знаешь, вот эта ярмарка? Как? Называется Майнкрафт мир. Нифига себе, вот мы попали. О, а тут кто? О, здрасте, бабуля, здрасте. Здравствуйте, мелкие. Приобретите у меня прикольные зелья, я их всем вам покажу. Зелья всякие. Да не, бабуль, нам не нужны никакие зелья. Это вообще какая-то неинтересная. Мы что-то другое себе купим. Да ты купи, тебе понравится. Много лайков сразу будет после зелья. Много лайков? А мне кажется, у нас просто денег не хватит. Ну, знаете, эти зелья, они вообще-то бесплатные. Но я только при одном условии. Если вы поставите много лайков. Бесплатные зелья? Ну вот, держи, бабуля, все, что есть. Да давай зелья, давай зелья. Все лайки ей. Давайте, ребят, ставьте много лайков. Да, давай, бабуль, давай зелья, давай. Ну вот, мелкие, держите, вам зелья. Очень вкусное, только пейте осторожно. О, спасибо, бабуля. Так, Женечка, давай. Офигеть, зелья, ну что, чокнемся? Да. Будет много, прям много лайков, да, будет сразу? Она же сказала, много лайков будет. Давай побыстрее, давай, на брудершафт, давай. Ой. Мне кажется, я чувствую какую-то тяжесть в ногах. Ой, что-то тошнит. Эдичка, ты где? Эдичка, почему ты такие? А что произошло? Смотри, бабуля пропала, куда она пошла? Бабуля, алло! Бабуля, где наши лайки? Где? Как я хочу быть обратно большим? Какие лайки? А что с нами случилось? Она нас превратила в каких-то муравьев! Кто мы вообще такие? Может, попробуем попросить кого-нибудь? Может, они знают какое-то противоядие, я не знаю. Да, давай вот это, давай. Ау! Вы нас слышите? А нет, не слышим, мы слишком маленькие, Эдичка. Офигеть, что там сейчас делать? Я не знаю, мне холодно, Эдичка, в дождь идет, ночь наступает. Мне тоже холодно. Вот, тут есть какая-то таверна, давай тут попробуем спрятаться. Таверна, побежали, быстрее в таверну. Женечка, вход 18+. Мне кажется, нас тут никто не заметит. А ну хотя да, мы же маленькие с тобой. Ау! Так, нет. Смотри, стриптизерша Марина. Нифига себе. А маленький быть прикольно, кстати. Может, под... Так, это мне нравится, прикольно. Ну нет, Женечка, ты понимаешь, мы до конца жизни такими останемся. Понимаешь, зато мы можем ей залезть в труселя. Она даже не залезет. Не смущай меня. Так, давай на второй этаж, может там кто-то будет. Пойдем на второй этаж. А, подожди, я не могу так быстро карабкаться наверх. Так. Тут никого. Ау, помогите, пожалуйста. Мы случайно сюда попали. Продолжайте. Так, Женечка, что нам делать, Женечка? Слушай, Эдичка, мне тут рассказывали, что в этом борделе есть одно местечко. Там живет крыса Лариска. Крыса Лариска? Я только не знаю, где оно. А, вот смотри, какая-то дырочка тут есть. Дырочка, может, туда зайдем? А там не будет опасно, Женя? Я не знаю, там, наверное, всякие крысы водятся. Ой, ну, в принципе, нам нужно где-то согреться. Или нам нужно бабку вот эту найти, чтобы она нас обратно превратила. А где ты ее искать-то будешь? Она сбежала. Я не знаю. Мы что-то выпили, она нас там прокляла, не знаю. Ой, ладно, давай. Мне страшно, Эдичка, я не хочу сюда спускаться. Ой, как тут темно. Ну, а мы там замерзнем снаружи.
А мы где-то в стене, что ли, я не могу понять. Ну да, какой-то проход канализации или что это, я не знаю. Давай дальше, Женя. Крыса. Так. Ну, что будем делать, Женечка? Назад мы возвращаться точно не будем, мне кажется, нужно ее убить. Вперед, вот так вот! Вот! Еще одна! Давай, какая борзая! Там еще одна, смотри. Крыса бьет! Бьем! Давай тут! Смотри, это что такое? Не знаю, но мне страшно на это смотреть. Это какой-то важная какая-то постройка, наверное, это знак. Не знаю. Может, нам показывать то, что нам наверх нужно, то, что тут опасно оставаться. Да, точно. Смотри, еще один знак. Мы правильно идем. В верном направлении, нам наверх нужно. Подожди. Да, сложно мелким быть. Так. Так, я тоже поднимаюсь. Да подожди меня. Давай, я жду. Так, все. Нам точно нельзя оставаться вот тут на улице. Нас просто растопчат ночью. Нас никто не заметит. Давай найдем какой-то хлам и построим небольшой, не знаю, шалаш. Там есть мусорка. Мусорка. Мы можем забрать какие-то вещи и построить маленький домик. Подожди, а если домик раздавят? Ну, нужно его где-то спрятать. Короче, давай забирай вещички, давай быстро. Я так. Нужно где-то построить, где никто не ходит. Я не знаю. Тут смотри, уже все. Они уже ушли отсюда, просто уже. Да. Уже ночь. Так. Нам главное пережить вот эту ночь. Завтра попробуем найти вот эту бабенцу, которая нас. Не знаю, что она с нами вообще сделала. Она нас превратила в лилипутов. Да. Так, давай что-то будем строить. Смотри, вот я тебе хотел сказать, что я вот. Мне мама говорила, что из меня ужасный архитектор, поэтому я ничего никогда не строю. А, то есть ты меня запрягаешь, да, чтобы я строил? Строить. А, ну круто. Я тебя буду морально поддерживать, давай. Ура, Эдичка, строй! Да, как у тебя круто получается! Давай! Вот сюда блок не забыл! Куда? Вот сюда забыл! Да куда забыл? Куда? А, вот сюда забыл. Смотри, так. Я могу тоже построить. Давай. Я тоже строю. Давай. Ой, некрасиво как-то, видишь, получается. Да, что-то не очень. Лучше постой в сторон. А так. Ты вот сюда вот это. Да слушай, сделай тогда хотя бы верстак и сделай двери. Хорошо, я делаю верстак. Давай, чтобы нам крысы ночью не забрались в дом. А ты сломай вот эти, тут какие-то блоки некрасивые. Где? Я сломаю. Вот, сломал. Давай. Ставлю верстак. Давай, ну, нужно пережить эту ночь. Пофиг, коробка, не коробка. Нужно просто пережить. Да. Так. А куда стоит дверь? Я поставлю вот сюда. Куда? Красиво? Куда? Где? Ну, более-менее, да, вот смотри. Смотри, всё. А перед мы сделаем из дерева, так будет красиво. Думаешь? Да. Давай, сейчас попробуем. Ну, уже видел, что такой архитектор. Ай! Ну не путайся под ногами-то, а! Я просто такой быстро не могу. Да, что-то как-то. Вот. Так. Ага. Ты как так-то? Сейчас. Подожди, могу залезть. Нету блоков, давай. Открой мне дверь! Вот, давай. Блоков нет, нужно достроить крышу. У меня есть. Давай. Не могу, строй сам. Ай! Чё ж ты такой-то рукожопый? Ой! Мой мама дорогая, давай. Уйди, отойди! Отошел! Отошел! Не могу так! Как непривычно-то мелким-то быть, а? Не бей меня! Сломай, некрасиво! Во! Фу! Дверь закрой, холодно! Ой, ну, кровати у нас нету, но хотя бы нужно тут переждать эту ночь, завтра что-то... Тут поспать! Тут, на полу? А! Ну, ну ладно. Я не раз спать на полу. Ну, а выбор есть? Нету выбора. Выбора нет, поэтому, ребята, если мы наберем много лайков, то мы продолжим наше выживание и мы найдем эту странную бабку, да, Эдичка? Конечно, найдем и выпарим ее по всей программе, чтобы она нас превратила обратно. А еще также в комментариях не забывайте писать ваши идеи, что нам тут делать-то, мы же не знаем, мы же маленькие вообще. Да, не соображаем. Ой. Да. Ну все, давай спать на полу. Давай. А я буду в углу спать. Да, я тут хотел. Ну ладно, давай я. Ну ладно, хорошо, я буду на тебе спать. Все, давай.